Саженцы горца филиформиса Пейнтерпилет станут необычайно красивым многолетником, о чем говорит и его название – палитра художника. В высоту полукустарник достигает 50 сантиметров, стебли у него частично одревесневающие. Его украшением являются вариегатные листья, покрытые черно-красными пятнами и белыми полосами. В конце лета растение покрывается воздушными стеблями, усыпанными красными цветочками-бусинками. Яркая листва делает этот горец одним из самых очаровательных сортов. Отлично смотрится как акцент в групповых посадках, может выращиваться в кашпо, подходит для срезки. Горец филиформис Пейнтерпилет – это многолетнее растение высотой 50 см. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Горец прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. Цветок окрашен в белый цвет. Летом цвет листьев красный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.